Друзья, совсем скоро будем в Астане и Алматы, друзья. В Казахстане будем совсем скоро. Как-то будем? С 19 ноября по 28 ноября. От 19 ноября до 28 ноября будем в Казахстане, друзья, Алматы и Астане будем, друзья. Будем вместе с вами поговорить, как можно правильно жить и свою жизнь менять в хорошую сторону, в Турции, друзья, в городе Алания, либо в Мерсине, как можно купить на стадии стройка недвижимость, что такое беспроцентная рассрочка и что такое вид на штатство и гражданство, друзья, именно в Казахстане вместе будем обсуждать, друзья, для индивидуальной встречи. Что нужно? Записываться заранее. Давай, покруче. По номеру, который вы видите на своем экране. Хорошо. Записывайтесь для индивидуальной встречи. Под видео есть наши контакты, друзья. Мы с вами встретимся и поговорим. И до встречи в Казахстане, друзья. Пока-пока. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Георгий, я новый менеджер компании Arbat Homes. Я приехал из России, из города Москвы, покорять Турцию, а именно жить на Средиземном море, дышать свежим воздухом и получать 300 дней в году витамин D, а также смотреть на большие зеленые горы, а я нахожусь на пляже района Демирташ. Демирташ – уютный район, находится в 20 километрах от центра Алании и в 15 километрах от аэропорта Газипаша, что весьма удобно. Относительно новый район, поэтому здесь пока застроена небольшая территория. Нет шумных дискотек и кафе, нет отелей. Можно насладиться красотой нетронутой природы. Тут также красивые песчаные пляжи с пологим входом в море и с небольшим количеством людей. Здесь чистая вода в окружении хвойных лесов. Район быстро застраивается, в основном виллами, таунхаусами и объектами инфраструктуры. Здесь есть супермаркеты, продуктовые магазины и фермерские продукты, что немаловажно. А я вас приглашаю посмотреть проект, который находится в этом районе. Поехали! Итак, дорогие друзья, мы прибыли на территорию строящегося комплекса. Комплекс имеет два блока, 9 и 7 этажей, с видом на горы и море. А рядом протекает горная речка. Итак, дорогие друзья, с дрона вы видите первый блок и через дорогу второй блок, прямо передо мной. Начнем с планировок квартир. Комплексы имеют 1 плюс 1 и 2 плюс 1 площадью 55 и 90 квадратных метров, а также дуплексы 2 плюс 1 и 4 плюс 1 площадью 110 и 200 квадратных метров. Все квартиры будут сданы с качественной чистовой отделкой. Стальная входная дверь, керамическое напольное покрытие, стеклопакеты ПВХ, качественная сантехника, а в кухнях и санузлах будет установлена корпусная мебель. Стартовая цена за 1 плюс 1 – 94 тысячи евро. Кого заинтересовало, номер написан на экране. А дальше мы с вами проговорим про инфраструктуру комплекса. Инфраструктура на участке включает в себя все необходимое как для постоянной жизни, так и для комфортного отдыха. У каждого блока собственный открытый бассейн в первом блоке олимпийского размера, а также крытый панорамный бассейн, сауна, паровая комната, тренажерный зал, хамам и удобное лобби. Кроме того, на огромной территории будет благоустроенный зеленый сад, детская игровая площадка, место для пикника, автостоянка и зоны для зарядки электровелосипедов. Самое приятное, концепция комплекса включает в себя бесплатный трансфер до пляжа. Помимо этого, в первом блоке будет ресторан, а зона для пикника организована в виде костровых чаш. Комплекс будет введен в эксплуатацию в августе 2024 года. Не упустите прекрасную возможность вложиться в свое будущее, купить недвижимость у моря по самым низким ценам. Пишите и звоните нам по указанному ниже номеру на Viber, Telegram, WhatsApp, и мы скинем вам актуальные прайс-листы
и планировки квартир. А также не забывайте, что скоро мы посетим Узбекистан и Казахстан. Записывайтесь по тому же номеру на индивидуальные встречи. С вами был я, Георгий, Арбат Холмс. Всем хорошего настроения. Пока!